Уважаемые водители, в связи с изменением погодных условий, отдел ГИБДД напоминает автовладельцам о том, что необходимо поменять летнюю резину на зимнюю. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах с 15 октября по 15 ноября 2020 года на всей территории Удмуртской Республики проходит месячник дорожной безопасности. Поэтому водителям рекомендуем перед проездом пешеходных переходов, перекрестков снижать скорость, особенно где находятся образовательные учреждения нашего города и районов, увеличить дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, не совершать резкие маневры. В свою очередь, пешеходам рекомендуем убедительно смотреть по сторонам, переходить проезжую часть дороги только в положенном месте, только на разрешающий сигнал светофоров, в темное время суток иметь при себе и прикрепить на верхнюю одежду световозвращающие элементы и обеспечить этими световозвращающими элементами своих детей, а также регулярно напоминать своим детям об основных правилах дорожного движения.